Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новый букс без вложений, платит USD в долларах, называется ClickScore. Значит, так вот он выглядит. Регистрация здесь простая, логин, email, пароль, вернее, email, логин, пароль. Капчу, нажимаете Sign Up. Так, на почту мне вроде как ничего и не пришло. Даже гляну. Вроде нет у меня ничего на почте. Письма нет на почте. Так, давайте перейдем непосредственно на сайт. Я уже зарегистрирована, посмотрела две рекламки. Вот мой основной баланс. Так, ну что у нас здесь? Зарабатывать. Просмотр ссылок. Вот я просмотрела две ссылки. И посмотреть баннеры. Баннеры я еще не просматривала. Значит, давайте одну рекламку просмотрим. Нажимаем вот на этот глазик. Нас перебрасывает на страничку и ждем 20 секунд. Вводим капчу. На зелененькую гото. Все, мы просмотрели. Возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. Значит, таким вот образом просматриваем все рекламки. Значит, здесь просмотр баннеры, ссылок, мой аккаунт. И у меня вот уже увеличился баланс. Так, так. Ну, здесь ссылки, баннеры. Здесь партнерская программа. Находится наша партнерская ссылочка. Ниже баннеры. Так. Далее что? Бонус. Есть. Вот что интересно. Бонус дается каждые 5 минут. Я еще не получала ничего. Нажимаем получить бонус. И вводим капчу. Подтверждаем. Так, нажмите на баннер. Давайте нажмем на баннер. Вернемся. Ну, нажала. Страничка обновляется. И пошел отсчет времени. Значит, дали бонус. Давайте посмотрим, куда нам зачислили бонус. Так. Бонус нам зачислили, потому что баланс для рекламы пуст. Значит, баланс для вывода. Так. Бонус. Ну, вывод средств. Прежде чем выводить средства, нужно прописать в настройках свой Payeer кошелек. Минимум на вывод, минимальная сумма для вывода составляет 5 центов. Я думаю, это можно легко набрать. Так, и платежи можно заказывать один раз в 24 часа. И комиссия Payeer берет у нас, как всегда, 0,95%. Так. Значит, и здесь рекламодатели. Можно заказывать свою рекламку. Значит, что мы здесь заголовок, описание, ссылочка. Здесь с рамкой, без рамки, как бы это все можно настроить. 10 тысяч просмотров, как бы за 10 тысяч просмотров это 6 долларов идет. Также здесь можно тоже настраивать, например, 6 часов. Обычный VIP, например, это 6,60 уже долларов, такая цена за один переход. Здесь можно, например, поставить тоже, смотрите, вот здесь цена, общая стоимость 10 тысяч, ну, просмотров, да, 5 тысяч цена уменьшается, 2 тысячи просмотров еще уменьшается. И 1000 переходов у нас составляет 99 центов. Ну, доллар. Так, грубо говоря.
Ну и создать. И все так, как бы рекламки. Далее, мой аккаунт. Здесь служба поддержки, если возникнут вопросы. Так, далее. Ну, профиль я показала. Вот в настройках прописываем Payeer кошелек. Прописываете Payeer кошелек. Сюда прописываете пароль, который при регистрации нажимаете сохранить, кошелек сохранен. Вот такой вот букс. Кому интересно, пользуйтесь. Ну а вывод, естественно, будем проверять. Ну, когда будет что выводить, я запишу видеообзор. Но я думаю, что он будет платить. Обычно такие буксы, они платят. Букс работает 6 дней. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.